Как на ранней стадии определить уровень когнитивных расстройств у пожилых людей? Вопросы психического здоровья тагильчан рассмотрели на заседании Межведомственного совета. В течение года специалисты провели ряд мероприятий по оказанию помощи лицам золотого возраста. Специалистами нашего учреждения проведены лекционные занятия. В Совете ветеранов Дзержинского района лекционное занятие «Профилактика болезни Альцгеймера». И в Совете ветеранов Ленинского района лекционное занятие «Здоровый образ жизни. Как улучшить сон пожилого человека». В мобильный пункт психологов за помощью обратились 170 тагильчан. Треть из них прошли экспресс-диагностику. Вопросы психического здоровья среди пожилых людей стоят на первом месте среди социально значимых заболеваний. Сегодня наша задача – обучить людей, тех людей, кто сегодня работает с людьми пожилого возраста. Это работники комплексных центров социальной обслуживания, конечно же, населения, да? Это медицинские работники. Как на ранней стадии определить заболевание, что человек начал терять немножко память. И чем раньше, конечно же, мы это лечение начинаем у людей пожилого возраста, тем они больше у нас остаются в здравом уме и светлой памяти, так скажем. Да? Это, наверное, сегодня основная задача всех работников социальных служб, кто сегодня работает с людьми пожилого возраста.